Банде Гуру Пададандам Бхактабинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопиджану Самаюктан Биндаванам Манохари Банча Калпатару Васчаки Пасинду Бевача Патитанам Павуне Бхавишнабибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайтигрим Ятки Патамахам Банди Парамананда Вадавам Бриндави Тулсидеббай Пиявай Кесава Сача Сна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттамам Девин Сарасватин Весам Тату Джайо Мудире Санкиртане Кришна Катхупадеша Гаурия Патрасья Пракасанеча Садануракта Гуру Бхакти Юкто Бхакти Прамодакша Джагодварун Дейям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Титас Падам Сива Виринчинутам Сараньям Витатихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарнарвиндам Ятпада Паллавана Качанда Мани Чатая Биспуриджита Кимапигабавадушвадарши Пурнан Рагара Сасагара Сарамуртихи Сарадикамай Кадакхивам Кроши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиваддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхуджау Канака Бодату Сангиртанай Капитару Камала Йотакшау Вишамбару Диджавару Джугадхарма Пало Банде Ягат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе, Харе. Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Дивья Рупам Бхуктин ча муктин ча дада синитам Бхавану рупенна сада наранам Ганга таранга рамания жата калапам Гаури нирантара вивуши табам бхагам Нараяно прияманага мада пахарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Саджушо Бадане Лакшми Риджасача Бхакшаси Джасьясте Хидай Самбид Пам Нишингамахам Бхаджи Харе Кришна Харе Кришна Кришна, Кришна, Харе, Харе, Харе Рам, Харе Рам,
Рам Рам Хари Хари. Охам апитарто карана нишни саяна нана мануратхун вана бхагно нидра дайварто рачана рисайо йопи дева джисмад прасанга вимука йоха сансаранти Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джага Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру told that Bhaktivinoda Thakur wanted to identify himself as a sweeper of Namhatta. Гаурия Гостипати, Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Джага Прабхупад, Парамахамса Джагадгуру Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру говорил о себе как о подметальщике рынка святого имени. На самом деле Намахатта была открыта Нитянанды Прабху. Сисила Прабхупад говорит, то, что это наша обязанность, как Гауди. И вот наша обязанность участвовать в том, что делает Шрила Бхактивинода Тхакура. В этом очищении Намахатты, рынка святого имени. И вот то, что Шрила Бхактивинода Тхакура хотят сделать, мы все должны участвовать в этом служении, иначе так много скверных вещей придет на рынок святого имени Намахатту, как сейчас, например. И вот постепенно подлинная санкиртана ягья, подлинная ананда, харикатха, харикиртан, они не могут существовать, если слишком много осквернения будет. Естественно, мы знаем то, что Шрила Прабхупад много раз говорил, что Бхактивинода Дара никогда не остановится, она никогда не прекратится. Но так или иначе, Бхактивинода Дара, поток учение Шрилы Бхактивинода Тхакура, он будет продолжаться через каких-то особых преданных, как я говорил вчера. И наставление Шрилы Прабхупады в том, что мы должны сохранять поток учения Шрилы Бхактивинода Тхакура в нашем ежедневном баджане. Мы должны следовать учению Шрилы Бхактивинода Тхакура внутри нашего сердца, и это наша обязанность. Мы должны поддерживать качество. Если нет чистоты, то невозможно удовлетворить санкиртану питу отца, санкиртану Шичитани Махапрабху. Весь мир, он занят какими-то мусорными материальными вещами, удовлетворением органов чувств, или сбором денег, славы и прочих материальных вещей. Практически все занимаются этим. И вот на пути бхакти множество опасностей, множество вещей, которые оскверняют этот путь. Они мешают. И вот на каждом шагу буквально есть множество колючек, которые пытаются нас сбить с пути Харибаджана. Это и практически невозможно избежать, а не пхилаши каких-то корыстных желаний, гьяна, кармы, стремления к мукте. It is impossible. Almost not possible.
Это практически невозможно, но все-таки возможно. И поэтому мы надеемся, мы полны надежды, поскольку мы знаем, то, что наша Гурувага, она поможет нам. Иначе это практически невозможно. И поэтому мы всегда полны надежды на английском. Есть вот такая песня. Но наш девиз — это «Парам Виджай Деш Шри Кришна Санкиртанам». И таким образом мы имеем великую надежду. Если у нас нет надежды, то как мы можем совершать баджан? Если у нас нет цели жизни, нет должной веры в Гуру Вайшнавов, то тогда наш беспокойный ум — это наш направитель, тот, кто ведет нас в ту или иную сторону. И таким образом мы можем потерять все. И вот суть в том, кто-то может думать, что я нахожусь в таких проблемах, вначале я решу свои проблемы, потом начну баджан. Много таких людей, 99%, можно сказать, они думают так, что вначале хотят решить какие-то свои проблемы, потом будут думать о баджане. Но они не знают, что сеть кармы очень опасна, очень запутана. И такие люди никогда, в общем, от сети кармы практически невозможно освободиться. Почему? Поскольку одна карма, она порождает другую карму. Плоды этой кармы, если решим одно, другая проблема приходит, не третья, таким образом бесконечное число плодов кармы, их последствий сваливается на нас. Адьянта значит сначала до конца, сначала этого материального мира. Этот материальный мир, он подобен совместному предприятию. Это такая шутка юридическая, то есть между дживатмой и материей, хотя материя, у нее нет ничего, чтобы связывало с материей, но привязанность остается. И этот весь материальный мир, он сделан из майи. И майя деви, она это материя, и в то же самое время есть душа, атма. Если весь мир был бы лишен души, атмы, то кто бы заботился о том, чтобы жить в этом материальном мире? Никто бы не чувствовал никакого влечения, осознанно или неосознанно. Мы заинтересованы в том, чтобы жить, потому что каждый, он обменивается чувством, любовью с другими. В Упанишадах говорится, атма — это главное, ради чего мы хотим жить, ради души. Поскольку сила воли, она находится в душе. Если кто-то обманут, то это обманут майя, это отдельное, но все же чувство радости или несчастья, откуда приходит, от души, от атмы. Если нет атмы души, то вопроса такого не возникает. И вот Бхагаван так или иначе, он не мешает свободной воле джив. Бхагаван, он даровал нам свободную волю. Если мы хотим прийти к нему, то можем прийти, если нет, то нет. Бхагаван не будет давить на нас. Но так или иначе, прямо или косвенно, все контролируется Бхагаваном.
наслаждаемся свободой воли, но так или иначе мы не знаем, кто... Но в итоге Верховный Господь, Он контролирует все, Он дарует нам плоды кармы. В Гите говорятся такие слова. И вот таким образом все обусловленные души в соответствии с своей кармой, они вынуждены скитаться по всем этим материальным мирам. Читание Чайтамрити говорится иногда, что в процессе скитания по всем этим 14 мирам души, они иногда рождаются в теле царя или нищего, или в форме животных и прочих множеств видов живых существ. В какой-то жизни могут стать полубогами, но и там нет гарантии, что они удержатся на этом уровне и падают ниже. И поэтому это не решение. Я знаю, вы пытаетесь найти решение своей жизни. Каждый пытается найти решение своей жизни, но так просто его не найти. Мы движемся в неправильном направлении. Если мы будем пытаться решить свою проблему, то как мы можем решить? В этом природа кармы. И поэтому шастра говорится, Гурупад Падма очень часто говорил эту шлоку. И в Гите тоже можем найти такие слова. О, Арджуна, с самого начала, с Брахмалоки до конца, до, ну, в общем, с высших форм жизни до низших, все эти души, они непрерывно скитаются. Циклически вращаются в этом колесе рождения и смерти. И вот нет никакого решения этому, как выйти из колеса рождения и смерти. Так души рождаются, умирают в материальных телах. И поэтому Бхагаван говорит, о Удав, нет решения этой проблеме. И вот я уже сказал, об этой шлоке, что Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве. Что эти души не скитаются с начала до конца всей этой Брахманди, во всех этих 14 материальных мирах. Души рождаются в соответствии с плодами своей предыдущей кармы, что-то делают. В течение своей жизни зарабатывают хорошую или плохую карму, и потом рождаются в соответствии с плодами этой кармы. И вот пытаются решить какие-то материальные проблемы, но сеть кармы очень запутана. Я могу дать пример, чтобы вы поняли. И вот одного примера, я думаю, более чем достаточно. Индра Махарадж, вот он занял пост Индры в соответствии с плодами своей кармы. Кто следующий Индра? После разрушения, следующий Калпе, кто займет пост Индры? Вивиручан может стать Индрой. Его уже выбрали. Что Вирочан, он займет пост Индры, а Индра, нынешний Индра куда денется, это зависит от плодов его кармы.
И вот этот Индра, он думает, что я Верховный Господь, я Царь Небес. Все должны поклоняться мне. Но это не так. Много раз Вирочан, Раван, Хираньякашипу, они побеждали этих полубогов, и Индра, он бежал. Если они столь могущественны, как Хираньякашипу, Хираньякша, они, или Раван, они очень могущественнее, чем Индра. Индра даже, Равана даже однажды поработил Индру. И вот что же говорить о нас с вами? Я извиняюсь, но никто не думает о том, что случится после этой жизни, если мы не будем совершать баджан должным образом, то что случится с нами? Как мы можем сказать, что Индра находится в безопасном положении, если множество раз его скидывали с этого поста, порабощали или какие-то проблемы постоянно приключаются? Даже такое высокое положение, как у Индры, оно и то небезопасно. Даже свою жену не мог защитить. Вроде смешно выглядит, но что делать? Он, чтобы спасти свою жизнь, бежал, даже жену не захватил с собой. И поэтому говорится в Бхагаватам, в прославлении Бхагаватам. И вот можно вспомнить, что в прославлении Бхагаватам говорится: Нача Индраша Сукам, Кинчинна Сукам Чакравартинаха, Сукам Асти Биракташа Мунир Иканта Дживина. И вот Шримад Бхагаватам Махапуране в прославлении говорится, в Падма Пуране. Нача Индраша Сукам, Кинчинна Сукам Чакравартинаха. Что нет счастья у Индры, он всегда в беспокойстве. И даже какие-то великие цари Чакраварти, которые повелевают всем миром, они и то несчастливы, постоянно беспокоятся. Они никогда не могут избавиться от беспокойства. И поэтому Прахлад Махарадж дает такой совет, что мы должны совершать баджан. И это совет Прахлада Махараджа. Но Хираньякашипу был очень гневен, слыша это. Хотя это очень достойный ответ. Настоящий ответ на множество вопросов. Хираньякашипу спросил, что он спросил, что хорошего ты узнал от своего Гурудева. И Прахлад Махарадж подумал, что Шандамарка они никакие не гуру. И чтобы выразить почтение отцу, он пошел учиться у них. А мой Гурудев — это Нарада. И действительно так. И это открытый вопрос, что такое хорошо. И Прахлад Махарадж произнес такие слова: Шада самуд вигна дхия масад груха, хитпатту патам диха манда купам, бананда тахаяд харима срае. So nice answer. Should remember everything. Очень прекрасный ответ, мы должны помнить его.
о лучший из асуров. Я думаю, что этот материальный мир, он полон беспокойств. Нужно пытаться вы... Нужно... извлечь органы чувств от их объектов. В общем, нужно избавиться от привязанности к материальному. И мы можем найти, что там Прахлад Махарадж говорит такие слова. Для тех, кто душ, я думаю, особенно для тех, кто родился в человеческом теле, совершать Харибаджан – это лучшее решение всех проблем. Прахлад Махарадж говорит, я думаю, что это семейная жизнь подобна сухому колодцу. Мы должны избавиться от всех привязанностей. И вот такие пустые колодцы, высохшие там часто метан, ядовитый газ, он образуется. А материальная жизнь, она всегда полна проблем, люди беспокоятся о всевозможных вещах. Почему люди все же живут материальной жизнью? Кто им сказал? Бхагаван никогда не посылал их в огонь материальной жизни. Бхагаван говорит, я не беру результаты ваших хороших или плохих действий. В Гите Бхагаван сказал. Почему вы не понимаете об вашем абсолютном благе? Потому что мы находимся в невежестве. Хотя Бхагаван уже сказал в Гите, что не принимает последствий хороших или плохих действий наших. Мы сами создали такие обстоятельства для себя, из-за которых страдаем. Гурупад Падма, Нитянанда, они зовут нас, идите к нам. Кто-то думает, что он как значимый человек в этом мире, но Гуру Вайшнава, они думают, что мы подобны детям. И они любят нас такой родительской любовью, но у нас должна быть способность принять их любовь, их заботу. И она не должна быть односторонней, мы должны подготовить наше сердце, чтобы принять их милость, и в этом ключ к успеху. Но мы, не каждый может понять. Мы пытаемся наслаждаться своей собственной свободой, и вот суть в том, много примеров я уже дал. Прахлад Махарадж говорит, оставить эту семейную жизнь.
То есть, ну, нужно оставить такую материальную семейную жизнь и отправиться в лес и принять прибежище у Шри Хари. Здесь лес имеется в виду не какой-то, не какие-то джунгли леса, а находиться в общении с Гуру и Вайшнавами. Поскольку если мы физически уйдем в лес, то материя, она в тонкой форме все равно останется в нашем уме. Но мы должны полностью избавиться от материальных мыслей, материальных привязанностей. Это гораздо сложнее, чем просто уйти в лес. И поэтому сегодня мы обсуждаем очень важную тему Гундича Марджаны. Материя может прийти в нашу жизнь в тонкой форме или в грубой форме собственности, денег и прочих материальных привязанностей, или в тонкой форме. Кто-то думает, что я никак не связан с материей, но материя, она в вашем уме. Если вы пройдетесь в вашем уме, то увидите множество материальных вещей, они подобные, как в воде. Если посмотреть под микроскопом, там множество живых существ, множество других вещей, хотя внешняя вода выглядит прозрачной и пустой. Но при детальном рассмотрении там множество всего. Или как на небо, если мы смотрим, вроде ничего нет, а если взять телескоп, то увидим множество звезд и планет. И нельзя так просто выкинуть это из своего ума. Я знаю, не все могут принять это, но единственный путь, который предписан, и каков же он? Вот в этой шлоке говорится, и Прохлад Махарадж говорит, Шукадева с вами, кто нет. Дайва ахатарта рачана рисайо йопи дева джишмад прашанга вимуха иха сансаранти джишмад прашанга вимуха иха сансаранти. Who can come to this samsara? Кто может прийти в эту самсару? Здесь говорится, те, кто отвернулись от Гуру Вайшнавов и Бхагавана, они могут прийти в эту самсару. Это самсара, это не наш дом. В Бхагаватам говорится, что мы по своей воле при уходе в этот материальный мир, чтобы подвигаться всяческим опасностям. Но такие люди думают о себе как о очень разумных. И в соответствии со своими представлениями о разумности, каждый думает о себе, что он очень разумен. Но это далеко не так. Такие люди, они очень глупые. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит, что это глупые люди. И вот Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве, по-настоящему разумный среди всех разумных тот, кто может понять то, что бхакти — это единственное решение. Нет никаких других путей, ни карма, ни гьяна, ничто не поможет нам. И хотя человек смертен, но все же в этом теле он может достичь успеха. И вот чистая сатсанга — это главное. Гукарна также говорит, вот, здесь имеется в виду Бхагавад-дхарма. Мы должны оставить все виды обычной дхармы, грихастха дхарма, самсар дхарма, социальная дхарма какая-то, прочие виды дхармы, обязанности, телесную дхарму, умственную. Мы должны все оставить и принять прибежище у
Бхагават Дхарму, мы должны обнять, ухватиться за эту Бхагават Дхарму и оставить все другие обычные виды дхарм, которым следуют люди по своей глупости. Comparative statement given by Krishnadas Kaviraj Goswami. Tar modde stavar jangam vibhed. И вот Кришнадас Кавираж Госвами, он дал сравнительный анализ. Jangame stalochar jalochar vibhed. Tar modde manushya jati oti alpatar. This you know, if I know, many times I told. Много раз я говорил уже, что после этого мы можем найти очень мало людей, кто может, хочет обрести сознание. Очень мало людей во всем мире по-настоящему, кто хочет обрести осознание. Многие просто под видом дхармы занимаются какой-то игрой на показ. Можно видеть, днем люди заняты различными материальными действиями. Вчера я говорил, самое простое, самая простая работа — это харибаджан, самое простое действие. Никто не может поверить, кто-то думает, что это очень сложно, но я могу доказать. Но люди заинтересованы в какой-то политике, в прочих сложных вещах. Мы пытаемся найти решение в этом материальном мире. Наши попытки и усилия, они подобны. Тому, что с горячей сковородки прыгнуть в горячий огонь. То есть одно проблем в итоге меньше точно не станет. И в этом многие видят решение. Кто-то пытается как-то застраховаться. Но где гарантия, что жизнь по-настоящему безопасна? Если даже Индра не может обезопасить себя, что говорить о нас с вами? И вот после этого, вот однажды Индра очень возгордился, и Брихаспати, его гуру, пришел, чтобы дать советы. Индра сидел в обнимку со своей женой на троне. Он видел, что Гурудев пришел, но из-за ложного эго он не приветствовал его, не встал. И Брихаспати понял, что он развил ложное эго, и я устрою ему испытание, он исчез. Брихаспати пришел на собрание, какой-то праздник там был. Брихаспати ушел, но они не знали, что их Гурудев приходит. Думали, что он обычный человек. А в чем разница? Те, кто имеют материальные представления о Гуру, они могут совершать баджан бесконечное число времени, но не достигнут успеха. Как слон, он когда принимает омовение, потом выходит помывшийся и берет пыль, посыпает себя пылью, и что толку, что он мылся от пыли в водоеме, и как только он помылся, опять посыпает себя пылью. That is your personal effort.
И в этом наши личные попытки без милости, без помощи Садгуру мы не можем избавиться от обусловленности. И таким образом Индра, когда Брихаспати ушел, и он начал думать, куда же Гурудев пропал. Гурудев пропал, исчез из вида. И Гурудев таким образом хотел дать ему урок. И вот смотрели, искали, его нигде не было. Гурудев куда-то пропал, он антардьян стал. И вот, он начал плакать, что делать, я совершил великую ошибку в адрес моего Гурудева, где сейчас его найти. И вот кто же может совершать яги, у Гурудева нет. Нужно найти какого-то нового гуру, Пуджари, который может совершать ягью. И вот он пригласил Вишварупу Драштанандана. Ты очень могуществен благодаря аскезам. И вот тут мы родственники дальние, твоя обязанность помочь нам, хорошо помогу. И вот организовали ягью. Но этот просто надо, у него отец был демон, а мать из рода полубогов, и поэтому он к полубогам тоже был привязан. И вот когда он совершал ягью, громко он произносил имена демонов, но тихо произносил имена полубогов и предлагал им плоды яги также. Наоборот, точнее, он этим полубогам громко предлагал, а асурам тихо. Индра еще не понял, потом прислушался и смотрит, действительно, громко произносит именно полубогов и тихо, а демонов он... Что ты делаешь? Зачем ты плоды яги асурам предлагаешь? Он был в возмущении, вынул свой меч и отрубил ему голову. И вот вначале он принял его как своего гуру. И убийство гуру очень страшный грех. Потом он браман, и тоже очень плохой грех. Вритрасу сказал, ты совершил брамахатью. И твой гуру, он также твой гуру, еще и брат твой дальний. И поэтому я отомщу тебе. Отец Вишварупа сказал, вот поскольку грех убийства брамана, он преследовал его. И что же делать? Все ришимуни сказали, хорошо, мы организуем ягью. Возвращайся. И таким образом Индра был в такой проблеме, и решения не было. Индра пытался куда-то убежать, куда же? Индра отправился в Манасарова, на Кайлаш. Он спрятался в стебле лотоса. Там Лакшми Деви находится. И вот он принял прибежище в этой Лакшми Деви воде. И огонь он обычно несет в себе плоды, части плодов нашей яги. Вот, то есть с помощью этого огня эти плоды доносятся до полубогов, но Индра был в воде, поэтому никакой огонь до него
с плодами яги не доходил. И вот он долгое время постился, и после этого решили организовать Ашваметха Ягью в его честь и просили вернуться. И вот эта ягья была организована. И вот они хотели освободить Индру от этого греха убийства брахмана. И тем временем это Трашта, отец Вишварупы, он организовал другую ягью, чтобы из плода этой яги появился тот, кто убьет Индру, отомстит за его сына. Но мантру неправильно он произнес. И в итоге проблема только усугубилась. Он хотел, чтобы из яги родился тот, кто убьет Индру. Но из-за того, что произнес неправильное слово, мантра получилась наоборот, что родится тот, кто будет убит Индрой. Смотрите, карма, как запутана. И таким образом опять борьба началась. Поскольку Вритрасур, он пришел на поле боя, и Индра со всеми полубогами, они были испуганный Вритрас, он был огромного роста, голова его задевала небеса, и на ноги были такими огромными, что он просто топтал этих полубогов, кто мог с ним сражаться. И после этого началась борьба между Индрой и Вритрасурой. Эти полубоги, они все были разгромлены, практически разбежались, и Вритрасур сказал: «О, Индра, сколько ты будешь жить, глупец? Зачем ты бежишь с поля боя? Умереть в битве с врагом — это достойная смерть воина». И в итоге что случилось? Вритрасур настолько могущественен, что Индре было практически невозможно его убить, но Индра, он пошел к какому-то риши за советом. Тот совершал аскезы, а ему сказали, что нужно сделать оружие из костей этого риши. И вот он попросил этого риши, чтобы тот оставил тело, дал ему свои кости. Это долгая история, но риши, в общем, согласился. Сделали оружие, с помощью которого можно было убить Вритрасура. Смотрите, одна проблема возникла, и сколько за ней проблем последовало. И вот он пришел на поле боя. И в итоге что случилось? Индра, он отрубил руки Вритрасура, но все же Вритрасур боролся. Вторую руку он тоже отрубил. Вритрасур сказал Индре: «О, глупец, это не время колебаться». Но так случилось, что у Индры выпал из рук этот как его, меч или что там было у него, и вот он у него выпало, ему было стыдно поднять. Вритрасур сказал, что не стыдись, бери оружие в руки и давай продолжаем сражаться. И Вритрасур
начал говорить очень необычные вещи. Индра был крайне удивлен то, что говорил Вритрасур. Он говорил: если у вас нет желания наслаждаться скверными материальными наслаждениями, если у вас нет желания наслаждаться ничем материальным, то тогда я могу бросить тебе вызов. Обычно те, у кого есть материальные желания, они очень слабы. А саду, почему они столь могущественны? Потому что даже во сне никакая материя не может побеспокоить их, и поэтому они очень могущественны. И вот он говорит Вритрасуру, что если у тебя нет желаний материальных, ты можешь быть со мной, иначе нет. И вот, в общем, Вритрасур сказал множество великолепных вещей из Бхагаватам и прочих. И в итоге, когда Индра поднял это оружие, он в итоге эту ваджру кинул в Индру и пытался отрубить ему голову. Это целый год заняло. Вритрасу, он сын Трошты, хотя и явился из огня, но все же он его сын. И вот этот сын Брахмана был, этот Индра, когда убил его, еще навлек на себя последствия убийства Брахмана. Опять проблема. То есть целый каскад проблем последовал. 49, есть 49 ваю, как они родились в чреве дити. Это долгая история. Но чтобы сказать предваряющие вещи, я говорю, и вот в чреве дити, с помощью Каши 49 детей появилось, и Индра, он хотел всех их убить. И потом что случилось? Я могу дать вам множество бесчисленных примеров, и вы можете сами обнаружить, что материальная жизнь, она приносит множество опасностей. И вот карма, гьяна, все, мукти, мы должны избавиться от этого. Нарутам так уже сказал. Даже не думайте о каких-то благочестивых действиях. Если кто-то привязан к ним, то эти благочестивые действия, они, всякая благотворительность, она тоже может принести за собой очень опасные плоды. И поэтому не нужно стремиться к благотворительности. Она, как и греховные действия, они, это все, оно тоже опасно, оно тоже несет за собой какие-то материальные последствия, которые будут опасны для нас. И вот Рупа Госвами Пад тоже сказал, можно вспомнить.
Амритам Анукуллена Кришнанусилана Бхакти Руттама. This, I'm not going to explain this surely, because there is a vast thing. И вот это обширная шлока, я ее обсуждать не буду, поскольку Кундича Марджана сама по себе очень обширная, нужно все успеть, там множество сокровенных вещей. Кто-то думает, что это просто помыть комнату или помыть что-нибудь, взять веник, тряпку и помыть, но это нет. Не так, есть глубокая философия за всем этим. И вот Верховный Господь Джаганнат, Чайтанья Махапрабху, кто он? Да, это очень прекрасный киртан. Джаганнат Сачинандан. Джаганнат Мишра Сачинандан. Кто может слушать эти киртаны? Никто не хочет обрести амрита, нектар, стремятся к какому-то яду. Да, так и что же делать? И вот таким образом Шри Чайтанья Махапрабху, он просит служения. Он попросил служения, чтобы очистить храм Гундича, но ему сказали, что это не твое дело. Не твоя обязанность, но Махапрабху все равно сказал, нет, я хочу это сделать, я хочу очистить храм Гундича к приходу Джаганнатха. И вот он собрал всех преданных, они взяли горшки, веники и пошли с киртаном и дошли до храма Гундича. Поскольку я могу объяснить эту философию завтра, день Радха Янтра, что такое Сундарачал, что такое Нилачал, какова разница между ними, какова бхава, какое чувство должно быть в нашем сердце относительно Радха Янтра Джаганнатха. И вот оттуда Махапрабху вернулся со всеми спутниками. И в общем Махапрабху собрал всех спутников с санкиртаной, со всеми вещами для уборки и очистки храма. Но кроме самого Джаганнатха, кто может показать нам, как мы должны совершать служение должным образом? Вот Махапрабху. Джаганнатх в форме Махапрабху, он показал нам, как нужно очистить свое сердце, чтобы оно стало достойным принять Джаганнатха. И вот в первой шлоке Шикшаштаки говорится такие слова. And that Mahaprabhu in the form of Krishna. И этот Махапрабху в форме Кришны говорит. Yatha yatha atma parimijyate asau matpunna gatha savano vidhanai tatha tatha pashyati vastu suksham chakshushaiva anyana samprayuktam. All Bhagavan. И вот Бхагаван говорит. И вот сам Бхагаван, Джаганнатх, он из-за своей любви, он показывает нам, как и что мы должны делать. Весь год, только раз в году Джаганнатх приходит в храм Гундича на неделю где-то. И вот за весь год скопилось множество мусора, грязи, пыли и прочего. So with Mahaprabhu clearing it, all those stone chip, everything can be compared with. И вот и все, вся эта грязь, она может быть сравнена с гьяной и кармой. Локаха кармо винирмита дукчо дарка тамо ништа. This loka.
Карма не может освободить нас. И вот Бхагаван говорит Удаве такие слова. Дукчо дарка тамо ништа. Дукчо дарка тамо ништа. It can put you in the ocean of trouble, ocean of anxiety. Она может поместить, да, карма может поместить нас в океан страданий. И таким образом карма гьяна — это не решение. И хотя сначала для гьяна сити или карма сити кто-то должен принять что-то, может, несовершенное бхакти, но все же какой-то бхакти, поскольку без бхакти, даже на пути кармы, гьяны или йоги мы не можем достичь совершенства. Какое-то бхакти должно быть для того, чтобы достичь успеха, хотя сердце таких людей осквернено всякой кармой, гьяны, но все же немного бхакти им нужно. Брама, вот в этой шлоке он говорит, что он отчаялся с помощью знания постичь Верховного Господа. Верховный Господь не может быть побежден никем. Только чистые преданные могут победить Бхагавана своей любовью. И вот это... Эти все усилия на пути кармы и гьяны, они бесполезны. Махапрабху, он, вот возвращаемся к Гуниче Марджане, Махапрабху набрал множество мусора в храме Гундича, что не пыли и прочего, что это олицетворяет. Это олицетворяет все наши корыстные желания. Мы вроде совершаем какое-то бхакти внешнее, но внутреннее стремимся к чему-то. Это подобно мусору. И это покрывает наше чистое сердце. Чистое сердце, значит, оно должно быть достаточно чисто, чтобы Господь смог явиться там. Но, к сожалению, наше сердце осквернено всякими материальными желаниями и прочими вещами. И вот Махапрабху, он набрал много мусора в Гундича, и вот собрал это все, поместил собственную одежду, и пошли за... И вот пошли, вы выходите из храма Гундича с этим мусором подальше, чтобы выкинуть. Почему? Почему так далеко они унесли мусор? Если Махапрабху выкинул бы весь этот мусор, прям за забор перед входом, то ветер бы подул, опять все бы назад занес, поэтому нужно думать об этом. И поэтому Махапрабху, он выкинул это очень далеко от храма, чтобы ветром не занесло назад. И вот Махапрабху вернулся. И после этого опять он второй раз начал мыть храм Гундича, такая более такая тонкая грязь начала собираться, его сначала они очистили, как-то так, грубо скажу, от крупного мусора, и потом от мелкого начали. Махапрабху говорит, я вижу, я хочу посмотреть, кто будет совершать кто будет, в общем, конкурс объявил, кто больше мусора соберет, больше грязи, а кто меньше всех соберет, должен будет накормить всех вайшнавов в качестве наказания. И вот
Махапрабху хотел дать нам урок, что мы, что гуру Вайшнава сева это такой компенсирующий фактор, если мы не можем совершать баджана в должном качестве и количестве, то, по крайней мере, должны служить гуру Вайшнава, чтобы обрести милость. И вот преданные после Кендрадьомна Саровару набрали воды, дали Махапрабху, Махапрабху начал поливать, брызгать это так. Брызгать это водой на стены и прочие эти строения, чтобы они очистились. И вот после того, как они все облили водой, они начали эту воду собирать в кучу, такая большая лужа образовалась грязной воды, и Махапрабху опять взял из своей собственной одежды бахирвасы. Он начал протирать трон, на котором должен был сидеть Джаганнат. И вот, то есть они сначала подмели, потом водой полили все, потом начали протирать. И таким образом Махапрабху хотел дать нам урок, что не должно быть даже никакого запаха Анибхилаши. И когда Махапрабху все очистил, то тогда весь храм он стал кристально чистым. И Кришнадас Кевираджа Госвами пишет, что Махапрабху, он хотел, подобно тому, как Махапрабху хотел показать свое сердце, чтобы люди увидели, насколько оно чисто. Махапрабху хотел показать нам, что если мы не сможем очистить свое сердце должным образом, если мы будем совершать баджан долгое время, все же мы не факт, что мы достигнем успеха. Джаганнат не сможет явиться, если в нашем сердце, если оно недостаточно чисто, даже мукти, мы не сможем достичь. Что говорить о союзе мукти, салокья, сарупья или еще какой-то такое возвышенное мукти, даже простое мукти, как освобождение, слияние с безличным брахманами, то сложно достичь. И вот есть два вида саюджа мукти. Это, во-первых, слиться с телом Бхагавана, и второе, слиться с сиянием, безличным сиянием брахмана. Но это два вида освобождения. Плохие для нас. Они не очень неблагоприятны. Вайшнавы, они не презирают такое освобождение. И также запрещено желать такого освобождения. Если мы хотим обрести, что говорить о Брахма-союзе? Я не говорю об этом, даже другие виды освобождения, как салокья, жить в том же месте, где Господь Сарупья, имеет такую же форму, что и Господь, такие желания таких, даже таких видов освобождения, оно нехорошо. И тем временем я хочу сказать то, что был очень простосердечный преданный. Он хотел омыть лотосные стопы Махапрабху. Как бы это не является чем-то запрещенным, но Махапрабху хотел дать нам урок, что Гауди, и вот этот Гауди пришел с горшком воды, начал поливать стопы Махапрабху и пить воду, которая мыла его стопы. Это вроде это не запрещено, ничего плохого нет в этом, но Махапрабху, он явил лилу гнева. Махапрабху позвал Сварупа: «О, Сваруп, смотри,
Смотри, твой Гаудия шутит со мной. Смотри, в этом храме Бхагавана он моет мои ноги и пьет эту воду, куда же я... Мне стыдно, это храм Джаганатха, опускай голову, подумает, что делает. И Сваруп Госвами что сделал? Он взял этого человека и вывел. И тот опять пришел просить прощения, что совершил ошибку. Прабху, простите меня. Махапрабху был счастлив. Но Махапрабху хотел показать нам, что мы все должны, мы все гауди, мы все должны действовать, все делать под руководством бхакти, под руководством Сваруп Госвами. Джива Госвами говорит, что все должно совершаться с помощью санкиртаны. Но Харикатха, который говорит, это тоже киртан. Все различные виды бхакти мы должны делать, но все же мы все должны это делать с помощью санкиртаны. И я говорю, Харикатху — это тоже киртан, это тоже Харикатха, но тоже часть является киртаном. Махапрабху хотел показать нам, как нужно очистить свое сердце, и тогда можно ожидать, что Джаганнат явится в нашем сердце, и поэтому Джаганнат никогда не чувствует себя удобно в сердце карми, гьяни, тапаси, всяких йоги. И Нарутам Такур пишет в киртане. Бхакти хридай сада говинда вишрам. И вот внутри сердца преданного Бхагаван может отдохнуть, поскольку у него нет никакого вожделения кама, крути и всего остального. Нет анивхилаша, камы, крути, его сердце очень чисто. И Бхагаван чувствует там себя удобно, и поэтому в сердце чистых преданных Бхагаван всегда пребывает. Им не нужно закрывать глаза, чтобы видеть Джаганнатха. Они могут видеть его с открытыми глазами, по милости Гуруваги. Я могу сказать... Хотя долгое время это займет, но все же должен хотя бы задеть эту тему. Шрила Бхактивинода Тхакур написал Бхаджан Архасе. Я вчера сказал, то, что Шрила Прабхупад, он иногда вот, находился в соседней комнате, но Шрила Прабхупад в то время он написал вступление к Бхаджан Архасе написано Бхактивинода Тхакуром, но введение при предисловии он написано, и комментарий написан Шрилой Прабхупадой вот в том месте Сван Цукада Кунджи на том берегу реки Сарасвати. Есть фотография, где он это пишет. И вот И вот там остались вещи с их времен, и падаки, даже керосиновый вентилятор. Мы не должны стремиться к удобствам, а
должны стремиться к мы не должны привязываться ни к чему. И вот суть в том, что в Бхаджан-расе Шрила Бхактивинода Тхакура он показывает нам категории анартх. Есть четыре вида анартх. И вот первое – Сауви Брама. Мы не знаем, кто мы. В тот день, когда вы обнаружите, что только вы будете просто плакать. И все же сейчас у нас нет никакой информации о нашей собственной сварупе, духовной форме, и Шрила Бхактивинода Тхакура говорит из шастра Сварупи-брам. Первое. И потом. It is called actually, now enjoyment mood. I can come to the point. After that aparad, after that hidaya dhoga. Now first one is sarubhram asatishna. Asatishna. Thousands of lakhs of things. Махарадж перечисляет вот эти недостатки, препятствия на пути баджана, которые мешают. И вот первое – сварупи-брам, второе – асатришна, третье – апарадхи, оскорбление, четвертое – хридадурбали, слабость сердца. Я объясню значение всех этих вещей. Сварупи-брам значит забывчивость. Забыли, когда мы забываем, кто мы, кто такой Бхагаван. И вот ваша сварупа. Вы забыли ее. Забыли сварупу Бхагавана. Забыли сварупу садья таттвы. И забыли о том, что противоположно садхане и садхе. То есть мы должны понять не только садхан-садхе-таттва, и также противоположно. Чтобы понять, что такое свет, нужно знать, что такое тьма, невежество. И вот мы должны помнить. Вот первое, забывчивость, назову то, что мы забыли нашу сварупу, сварупа Бхагавана, забыли сварупу садхан садхин таттвы, и поэтому, как сумасшедшие, мы стремимся в неправильном направлении. И вот позитивное мы должны принять, а от негативного отказаться. У нас должна быть такая сварупа гена. И асатришна, есть различные виды асатришны, это в этой жизни, в этом теле. У нас есть различные желания, наслажденческие. И вот даже после оставления этого тела мы хотим сделать что-то для следующей жизни. Это называется асатришна. Можно видеть, много богатых людей раздают одеяло с бедным саду. Еду обезьянам, чтобы накопить благочестие и надеяться, что в следующей жизни это накопленное сукрити поможет им. И вот так
пытаются подготовиться к следующей жизни. Аса Тришна, вот, значит, жажда такое, жажда чего-то, вот, в данном случае каких-то материальных благ. Некоторые люди совершают баджан, чтобы обрести вибхути, какие-то йогические совершенства. Шрила Прабхупад, он презирал это. Шрила Бхакти Прамод Пури Дев Госвами Махарадж, Сидар Махарадж, они великие вайшнавы, они могут дать нам все, но мы глупые, спросим у них какие-то дешевые вещи. Я видел, кто-то приходил к Гуру Махараджу и просил денег. Какие-то преданные из Коста-Рики были очень бедны. И тоже просили как-то разбогатеть у Гуру Махараджа. Или у Шрилы Мадхава Госвами Махараджа тоже были какие-то ученики очень бедные. И Махарадж дал им 2 рупии в качестве талисмана. И вот они до сих пор эти 2 рупии держат на домашнем алтаре. И ну, сейчас очень разбогатели, в Дели живут. Но они не могут понять, что это подобно проклятию. Это не настоящее благословение. Как я могу сказать, Махарадж был в Дели с преданными с Вриндавана. Пересадка там была, он хотел что-то сделать. Он пошел туда, ну, к этим людям. Отец его хорошо знает, но даже не поздоровались. Я подумал, что случилось с ними. They never saw money in their life. Now billions of them. Проблема, когда люди богатеют, они очень становятся такими. Poverty is one kind of blessing. Poverty, one kind of blessing. Ну, в общем, пренебрегают другими, могут с саду не здороваться и как-то вести себя так грубо, достаточно грубо. Поэтому бедность, она, с одной стороны, была благословение. И таким образом, ахик паратрик, в этой жизни у кого-то есть жажда к материальным богатствам, и люди делают что-то, чтобы какое-то сукрити, какое-то благо на, не только в этой жизни было, а также на следующее перенеслось. Потом стремление к различным йогическим совершенствам, тоже в этом ничего хорошего нет. И после этого Анья-бхилаш. Потом апарадхи, оскорбление. Апарадхи, они тоже могут быть разделены на 4 части. Оскорбление в адрес лотосных стоп Хари, Бхагавана. В адрес лотосных стоп Харинама, Харинама Прабху, и в адрес лотосных стоп преданных и других людей, которые не преданные. Но Бхагаван так или иначе пребывает в каждом сердце,
И поэтому Вриндавадас Тхакур Махашу пишет, если вы говорите, думаете о себе как о преданном или как о вайшнаве, не столь важно, но все вайшнавы в той или иной степени, поскольку все произошли от Вишну, все творение, даже собаки, крокодилы, леопарды и прочие, не все творение Вишну. И можно назвать их вайшнавами из-за моего, что они отклонились на какое-то время. И вот здесь говорится, что оскорбление опасно не только в адрес Бхагавана, его преданных, его святого имени. То есть и оскорбление в адрес преданных и непреданных, они тоже опасны. И потом возникает вопрос, Хридая Дурбалья, слабость сердца. И это тоже может быть разделено на различные части, на четыре подвида. Первое кутинати, это лицемерие. На каких-то мелочей люди иногда спорят. И после этого шапратишта. Кто-то хочет доказать всем, что они какие-то великие ачари или еще кто-то хотят прославиться. И еще. Еще что там Махараджа был. So, Kutinati, after, before that, there is one that is called actually, Shapatishtha already I tell, you know. This way I can remember maybe, you know, four type of difference, you know. That is called Mastarjaya. Матсарджа, зависть. Масаджа мин, you are doing improvement in your bhajana. Кто-то, например, прогрессирует на пути бхаджана, некоторые люди терпеть этого не могут и пытаются всячески помешать, завидуют. Это тоже очень большой враг в нашей жизни. Кутинати, масаджа, шапратишта, another is that, you know, I can remember. So four different kind of, you know, things there. This way, Mahaprabhu, by the help of Gundicha Manjan teaches. И вот Махапрабху с помощью этой Гундича Манджана хочет помочь нам избавиться от всего мусора на пути Бхагават Бхаджана. Also there is one. И также есть глубинное значение. То, что с помощью Гундича Марджаны Махапрабху, он хочет утвердить еще что-то, когда мы очищаем храм водой, веником, тканью, очищаем до такого кристально чистого состояния, то может быть какие-то, ну, какой-то тонкий мусор, тонкая грязь, ее тоже надо очистить. И вот Махапрабху показал, как он протирал все свои одежды, как бы бахирасы. И подобно тому, как Махапрабху хотел, это было подобно тому, как Махапрабху хотел открыть свое сердце и показать нам
оно стало чистым и прохладным. Ну, такой аллегория такая. Он очистил этот храм Бундича до такой степени, что он стал подобным его сердцу, его чистому сердцу. Чистые преданные Парамахамсы, их сердца всегда они не горят в огне посторонних желаний. Я много раз говорил, что вот объяснял эту шлоку, что Кришна Бхакты лишены всяких посторонних материальных желаний, поэтому они умиротворены. Even you cannot compare ice piece, their heart is so true. Yeah, because no desire. They are going to live according to the desire of Bhagavan. И вот они преданные живут в соответствии с желанием Бхагавана в любом положении, в любом состоянии, где бы они ни находились, они чувствуют себя счастливо и удовлетворенно. На хинди вот есть такая поговорка. Jai vidhi rakhi ram, dai vidhi rahiyo, sita ram, sita ram, sita ram kahiyo. In Hindi. Any kind of situation arranged by Ramji. Любая ситуация, когда мы попадаем по воле Рамы, мы должны повторять его святые имена и быть довольными. I am laughing. They don't understand the meaning. They are, you know. И вот мы должны быть очень осторожны, что даже мукти, мы должны избавиться от мукти. Никаких посторонних желаний не должно мешать нам, только желание служить Джаганнатху. Если мы поймем Джаганнатху, то сможем служить ему. Его кто-то видит Джаганнатха без рук, без ног, но это неправильно. Джаганнат хотел показать, что Джаганнатха обнимает. Махапрабху видел Джаганнатха как Кришну, который стоит в обнимку с Радхарани. Его чистые преданные видят Джаганнатха как тот и стоит в обнимку с Радхарани и играет на флейте. И это зовется Джаганнат Даршан. Шьяма Сундар, иначе наш даршан несовершенен. Мы должны быть очень осторожны. И вот, чтобы понять всю процедуру Гундича Марджаны с самого начала до самого конца, мы должны иметь терпение, это, пытаться все это осознать и усвоить. Мы должны избавиться от посторонних желаний. Анибхилаши и всего другого негативного, как у киртана. Можно сегодня спеть. আর কেন মায়া জালে পরিতেছ জীব মিন নাহি জানো বদ্ধ হয়ে রবে তুমি চির অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে অতি তুচ্ছ ভোগ আসে বন্দী হয়ে মায়া পাশে রহিলে বিকৃত ভাবে দণ্ড যথা পরাধীন আর কেন মায়া জালে করিতেছ জীবহীন নাহি জানো বন্ধ হয়ে রবে তুমি চির এখনো চেতন পেয়ে কৃষ্ণ কৃপা সিন্ধু জলে
Кришна кипа синду жале, анаясе тако туми, рухе киш, кое Кришна према дино. Ар кено майя жале, парите чодиво мино, нахиано вадое, рабе туми чино. You should remember this kirtan. Должны помнить этот киртан и его значение. Шрила Бхактивинода Тхакур говорит, что мы находимся в океане майя, и мы подобные маленькой рыбе, которая в этом океане плавает там и здесь, и чувствует себя удобно в этом океане, пойманная. И вот такие рыбы, пойманные в сети майи, должны понять, что мы олицетворение этой рыбы. Мы должны понять, что если мы пойманы в сети, то это не значит, что мы наслаждаемся свободой. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур говорит: о глупая душа, вы не наслаждаетесь свободой на самом деле. Шрила Бхактивинода Тхакур приводит пример: если взять палку, куда-то поставить, то она будет находиться там. Но мы... Если мы действуем под влиянием майи, это не наша свободная воля. Когда мы обнаружим наше подлинное «я», то тогда мы будем стремиться к Харикатхе, к Харикиртану, к служению Верховного Господа. Пока мы находимся под влиянием майи, то стремимся к каким-то посторонним вещам. И вот Шрила Бхактивинода Тхакур дает совет, что мы можем обрести эту великую возможность, почему мы не воспользуемся ею. Мы можем предаться лотосным стопам Кришны и получить доступ к бесчисленному трансцендентному духовному миру. В книге «По защите коров» я привел пример. Вот была она, бедная девочка, но с очень бедной семьи, тут мимо проезжал какой-то богатый человек, увидел и случайно спросил, чья дочь. И вот он пошел просить руки этой дочери у ее отца. А точнее, не для себя, а для своего сына. И вот здесь тоже, в нашем месте, где вот жил в прошлой жизни, это тоже такая ситуация была. Но тут этот человек сказал, что вы шутите, у меня даже денег нет на свадьбу. Но спросил, образована ли она, говорит, что не особо. Тут сказал, не проблема, научим. Вот смотрите, логика какая, хотя эта девочка очень бедна, но когда она вышла замуж за сына этого богатого человека, то она стала богатой автоматически. И сейчас мы не можем сказать, что она бедна. Была бедна, но также, когда мы предаемся лотосным стопам Шри Кришны, мы получаем свободный доступ везде, ко всему духовному, но сейчас из-за влияния майя у нас ограниченный доступ ко всему. Патитану Павлана Гришна. So, Гундича Манджанти Ти Ки Чаре!
Сапаса Гуранга Махапрабху ки джай. Джай Мадан Гупал Прабху ки джай. Who is feeling reaction of my letter. Immediately I write so strong letter. They write, come here. You know, how much foolish. They are supposed to go to, you know, Bodhinayan Kedana and slap them. Come back here, you idiot. Immediately within 2 days come. Foolish. You can stay in my lap. Don't go there. Very nice man. Both of them. You wrote me one letter, you can remember. I have the letter. I am in trouble, Maharaj. In family life, you're feeling attraction, you know? That's why, out of that power, I wrote. You give me power. So you see the magic spell of the letter, huh? Ah, so powerful.